Этот магазин находится на улице Зотова на окраине Красноармейска. Здесь нет ни сторожа, ни сигнализации. Ночью выстрелы услышал охранник лесопилки, которая находится напротив, рассказывает владелец торгового павильона. Сторож леспромторга услышал 2 выстрела, выбежал на улицу, увидел автомобиль марки «Жигули». Ну и поехала она дальше по улице, даже не останавливаясь. И минут через 10-15 выезжала та же машина, ну, на перекресток и уехала в сторону города. Неизвестные выстрелили 2, по предположению владельца магазина, дробью из ружья. Было произведено 2 выстрела, стреляли дробью с ружья. Предположений никаких, как бы, ни врагов, ни, ну, нет. По мнению местных жителей, магазин обстреляли из-за конкуренции. Честь дура, дети так стараются, дети тянутся. Я знаю, как они цей магазин делали, все знаю. И вот таке подло сделать. Конкуренция, может быть. Конкуренция и все. Потому что у нас тут много магазинов, сейчас ларьков подкрывалося. Разбитые окна владелец магазина обнаружил в 8 утра. Сразу же вызвал милицию. Там обращение зарегистрировали. Спустя 1,5 часа ожидания Евгений вновь позвонил правоохранителям. Милиция, Красноармейская. Алло, здравствуйте. Я там вам звонил часов в 8 утра сегодня. У нас магазин обстреляли ночью. Вы заявочку принимали. Зотова, да? Да, Зотова. Первомайский. Ну, ожидайте, к вам поехали. Стреляют в этом районе не впервые. В апреле прошлого года пулями изрешетили автомобиль на частной лесопилке. Тогда нарушителей не нашли. Екатерина Параханяк, «Панорама».